dla mnie osobiście najważniejszą działalnością jest działalność w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, które się zajmuje publikowaniem materiałów zdobytych w fermach zwierząt. W tej chwili głównie zwierząt futerkowych, ale zajmujemy się nie tylko. Для меня сейчас самой важной деятельностью это является активная деятельность в организации «Открытые клетки», которая сосредоточена на сборе материалов, сосредоточена на организации петиций и организации петиции, сбора материалов, предоставления этих материалов публичности, публике, о происходящем на ферме пушных зверей, где выращивают зверей для меха. Но это как бы не единственная цель открытых клеток. Также открытые клетки собирают материал о остальных